Плацента на развес. В патологоанатомическом бюро городской больницы номер 26 продают биологические материалы. Лайв-78 провел собственное расследование. Корреспонденты беспрепятственно прошли в помещение, где проводят экспертизу. Сотрудницы лаборатории легко согласились на сделку и даже вполне охотно рекламировали свой товар. У нас будет очень большой объем, там 300 с чем-то процент, из 300 процентов мы вам выберем. Да. Это первые роды, ранее, ну, молодая женщина, первые роды, без инфекции, без всякой патологии. При этом продавцы особо не интересовались, как именно покупатель собирается использовать плаценту. Рассказали, что спрос на этот специфичный товар весьма высок. В основном это частные косметологические компании. Медработники посоветовали запастись пластиковыми контейнерами для перевозки и освободить место в обычном холодильнике. Сделку готовили несколько дней. За это время мои коллеги несколько раз посещали горбольницу. Сотрудники бюро согласились продать весьма крупную партию – 30 килограммов. Это где-то, значит, получается 500 рублей плацента. Плацента, в принципе, то там 800 килограмм. Смысла нет договора, если заключать по весу, тогда поштучно это надо делать. Расчет как будет происходить? Наличными. Наличными? Да. Так, дальше, так, поштучно будем. Ну, как выяснилось, все плаценты привозят для исследования туда. После завершения анализа результат отправляют в роддом. А вот биоматериал должен быть утилизирован или захоронен. Именно это прописано в санитарных нормах и правилах. Закон о трансплантации органов и тканей человека, в котором, если не изменять память, в статье 1 четко указано, что договора купли-продажи на предмет ткани и органов человека запрещены. В данном законе есть четкая формулировка, которая запрещает торговлю. Наш корреспондент Кристина Слесарь сейчас находится на территории медучреждения и выходит на прямую связь со студией Live78. Кристина, так сколько же стоит плацента? Константин, сейчас мы находимся в подъезде. Буквально несколько минут назад мы были за этой дверью, где, впрочем, и находится помещение, в котором почти состоялась сделка. Сделка о покупке плаценты за 15 тысяч рублей. Но нас попросили отсюда выйти и дождаться сотрудников полиции, которых мы вызвали, вызвала наша съемочная группа, попросили дождаться на этаж выше. Сейчас, к сожалению, ни нас, ни сотрудников полиции сюда обратно не пускают, а сотрудникам органам, правоохранительным органам нужно попасть сюда, чтобы осмотреть помещение и составить протокол. А я напомню, что сегодня в назначенное время мы приехали в патологоанатомическое бюро, чтобы купить плаценту. 30 килограмм плаценты за 15 тысяч рублей. Их два желтых пакета достали из морозильной камеры. И когда речь зашла о деньгах, когда мы начали отсчитывать деньги, мы представились сотрудникам бюро, мы сказали, что мы журналисты, чтобы не стать соучастниками этой сделки. К сожалению, сейчас нас не пускают за дверь, но ранее нам говорили, что эта плацента, она будет здоровая от первых родов 20-летних девушек без заболеваний, без гепатита, без СПИДа. Но никаких справок, никаких документов нам не показывали. По сути, мы должны были поверить на слово сотрудникам, что плацента будет нормальная, хорошая. Но сейчас мы остаемся здесь, потому что мы являемся свидетелями того, что происходило. Чуть позже выйдем на связь.